В настоящее время в Новосибирской области функционирует 42 пескобазы, на которых имеется более 100 тысяч тонн пескосоляной смеси, 70 тысяч тонн песка, около 10 тысяч тонн соли и 1500 тонн современных экологичных противогололедных материалов. Об этом сообщают в региональном Минтрансе, специалисты которого в настоящее время инспектируют дорожные службы. На дорогах с высокой интенсивностью, это вот у нас три дороги, Кочки-Павлодар, Колывань-Томск, Ленинск-Кузнецкая, применяются реагенты, которые способны работать в более низкой температуре, ниже 25 градусов. Заготовка материалов произведена на весь зимний период. Запасено и более 100 тысяч тонн топлива для дорожной техники, которая прошла сезонную подготовку. На сегодняшний момент переоборудовано, подготовлено к зиме 1126 единиц техники для работы на областной сети дорог. Вся эта техника имеет навигационное оборудование. Заказчик, владельцы дорог отслеживают работу этой техники. Видны треки. В режиме реального времени можно посмотреть, где эта техника работает, с какой скоростью двигается, где останавливается и так далее. На дороге Новосибирск-Кочки-Павлодар подрядчик уже вывел технику на трассу. Обрабатывают противогололедными материалами, убирают растаявший снег. График работы у нас ненормированный. Все зависит от погодных условий. Идет снег, значит, чистим. И ночь убираем, и день убираем. На отдых маленько покушать. И опять. Технология уборки дорог отточена годами. В момент прохождения начала осадков, либо прохождения осадков, производится обработка проезжей части противогололедными материалами. После того, как противогололедные материалы отработают свой регламентный срок, там 2-3 часа, как правило, производится очистка проезжей части от снежных масс. То есть сначала у нас идут плужно-щеточные единицы, и замыкающим идет, как правило, автогрейдер. Автогрейдер уже скидывает снежные массы с обочины проезжей части в откос насыпи. Так как дорожники не пользуются долгосрочными прогнозами погоды, готовность к ее превратностям должна быть с осени. На текущий момент проблем нет, обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами, обеспечены противогололедными материалами. Потребность на данный участок автомобильной дороги 1500 тонн на сезон, но в настоящее время мы все равно делаем запас. У нас есть 900 тонн соли в чистом виде и 2500 песка. То есть в случае необходимости мы пополним запасы. А помогают вовремя среагировать на неблагоприятную погодную ситуацию дорожные метеостанции. Они дают видеокартинку проезжей части, температуру дорожного покрытия, концентрацию соли на нем и многие другие показатели. Таких станций у ТУАДА в Новосибирской области 35. Также на трассах региона в сильные морозы, как и раньше, будут дежурить специальные автомобили для обогрева участников дорожного движения. Так что эту зиму в Сибири автомобилисты должны пережить благополучно.